13 июля. И это 23 часа. 23 часа. Там вдали сверкают молнии. Небесная канцелярия бушует. На улице сверкают молнии. Вон они. Вот она, бушует небесная канцелярия. Вот она. Небесная канцелярия бушует. Никаких осадков, только там вдали. Завтра обязательно будет солнце, как я проснусь. Чудеса. Вот так небесная канцелярия распыляет свои энергетические запасы. Ни дождя, только одни молнии и далекий гром вдали. Ночная иллюминация молний.
Это прямой эфир. Прямой эфир. В Москве почти полночь. И вы наблюдаете разряды электрических молний. Небесная канцелярия Итак, друзья мои, кульминационный момент –